Всем привет на канале Удачно. Мы с вами продолжаем тему миграционной политики Германии в отношении Афганистана, начатую в прошлом видеовыпуске. И сегодня я хотел бы затронуть вот такой вот маленький аспект, который лично у меня вызвал интерес. Организация под названием Amnesty International при немецком правительстве возмутилась тем, что если немецкое правительство в конце этого года прекратит снабжать деньгами программу помощи беженцам из Афганистана, то и, соответственно, сама программа приема беженцев политических или этнических из Афганистана умрет на корню, потому что многие граждане Афганистана, желающие приехать в Германию и получить статус беженца, среди которых писатели, художники, адвокаты, архитекторы или же врачи, все еще сидят и ожидают момента, когда им можно будет приехать в Германию. Это по словам вот этой организации. И также, что эта организация еще заявила, мол, за несколько лет, после начала приема афганских беженцев в Германию, сюда приехало всего-навсего 582 человека. Это по данным вот этой организации. По данным правительства, количество людей, приехавших из Афганистана сюда и получивших статус беженцев, переваливает намного куда больше, чем 582. Правительство говорит, что у нас тут 22 тысячи этих афганцев, которые приехали сюда и получили статус беженца. Но однако же федеральная статистика говорит о том, что у нас в стране, здесь в Германии, находится свыше 34 тысяч афганских беженцев. Какая-то несостыковка в цифрах. Может быть, эти граждане, господа или там функционеры политические, когда они пытаются выдавать какие-то цифры или информацию населению, хотя бы договаривались между собой, что говорить, в каких количествах означать вот этих вот беженцев, чтобы не выглядеть потом, скажем так, в нелицеприятном свете перед своими же коллегами. Вот эта вот международная амнистия, вот эта контора, заявляет, что Германия приняла только 582 афганца. Да у нас в городе их около 1000 только. Откуда же взялись остальные? Правительство говорит, нет, мы приняли только 22 тысячи и больше нет, но, к сожалению, деньги в казне, увы, заканчиваются. А по статистике количество этих людей намного больше. Что интересно, 15 августа этого года Талибан праздновал третью годовщину прихода к власти. По всему миру многие страны, очень многие страны, до сих пор не признали Талибан как власть придержащих функционеров в этом Афганистане, как новых правителей. Они до сих пор считают Талибан преступниками, террористами. Но однако же, как бы то ни было, Талибан развивает на сегодняшний момент и экономические связи с соседними государствами. Об этом почему-то умалчивается в средствах массовой информации, и нам об этом стараются не говорить. Нам все время показывают картинки вот этих вот талибов с оружием в руках. Ну, конечно же, какой военный парад без оружия в руках? Что же, с метелками, что ли, идти? Ну, конечно, техники у них, можно сказать так, все, что смогли украсть у америкосов, тем и пользуемся, и на том спасибо. Но у них будет со временем и большая армия, и, естественно, будут больше возможностей, чтобы покупать военную технику, скажем так. Но, что интересно, верхушка Талибан выступила открыто с заявлением и с приглашением всем гражданам Афганистана, ранее покинувшим свою родину, вернуться и восстанавливать страну, потому что в стране не хватает рабочих рук. Где-то я это уже слышал. А, да, наш министр экономики
Роберт Свет, его Хабек, уже говорил несколько лет назад, что в стране не хватает рабочих рук. И Карл Лаутербах, министр здравоохранения, ему подпевал: да-да, врачей нам не хватает. Вот вам, министр здравоохранения, 1600 украинских высококвалифицированных врачей, которые до сих пор сидят и ждут, когда же вы им разрешите начать здесь свою практику, когда же вы признаете их лицензии, когда же вы признаете их дипломы. Вам же проще намного приглашать кого-то из Аргентины, Венесуэлы, Колумбии, простых, младший медперсонал, медсестер, медбратьев. Вот же сидят врачи, приехали, а вы не даете им работать. Вам не хватает врачей. А Роберт Хабек тоже: не хватает рабочих рук. Так зачем же ты по несколько лет подряд платишь-то пособие вот этим вот афганцам, сирийцам, сомалийцам? Пару месяцев поплатил пособие, все, прикрывается лавочка. И пусть они работают. Талибан заявил: нам не хватает рабочих рук, возвращайтесь на родину. Мы всем будем рады. Будут ли они рады или нет, я не знаю. Но, как говорится, чтобы оправдать доверие страны, нужно поработать на эту страну. По своему опыту, я помню, когда мы приехали в Германию, мы жили в общежитии в течение года. Только потом мы перебрались из одного города в другой. Там еще несколько месяцев пожили в общежитии, пока на языковые курсы ходили, одно, другое. Как только закончились языковые курсы, даже после того, как только закончился год проживания в общежитии, пришла бумага из социаланта о том, что все, лавочка закрылась. С этого месяца вы обязаны платить сами за свою комнату в общежитии. И вы не поверите, одна обычная комната в общежитии, где кухня находилась общая, была вот в общем зале, туалет, ванна тоже общие, как в солдатских казармах. За одну обычную комнату, 12, по-моему, квадратных метров, мы должны были платить 700 марок, тогда еще были марки, 700 марок в месяц. Вы не поверите, это сумасшедшие деньги. В то время за 700 марок можно было снять себе трехкомнатную, а то и четырехкомнатную квартиру и жить припеваючи со всеми удобствами, отделившись от всех из этого общежития. Это было раньше. Почему-то для приехавших из бывшего Советского Союза были такие условия. Сегодня для всех этих сирийцев, афганцев, сомалийцев условия совершенно другие. Им позволяется жить припеваючи в квартирах годами и не платя ни копейки за аренду этого жилья. То же самое касается и украинских беженцев, живущих здесь по полтора, по два года, которые просто-напросто уже сейчас нагло заявляют, что они не будут здесь работать, потому что их деды не для того воевали, чтобы они работали здесь, в Германии. Таких половина, не скажем большинство, но таких половина. Ладненько, вернемся обратно к афганским беженцам. После того, как Талибан выступил с заявлением о том, что не хватает рабочих рук в стране, пожалуйста, возвращайтесь, нужно восстанавливать страну, начинаешь понимать, что иногда средства массовой информации, утверждающие, что вот этот вот человек или вот эта организация является террористической, сами себе противоречат. Да, я не спорю, у них свои законы, вот эти вот мусульманские, шариатские законы, где женщина должна ходить полностью в этом хиджабе с закрытым лицом, только глаза через эту прорезь, чтобы могла видеть, куда она идет. Они разделяют женщин и мужчин на всех вот этих вот заседаниях или каких-то торжествах, или, допустим, концертах. Но то же самое делается и по славянскому домострою. Женщина не имеет права сидеть за одним столом с мужчиной, пока тот кушает. Вспомнили, христиане? Вспомнили? Это только одна маленькая частичка из домостроя. Но, слава Богу, от этого домостроя мы отошли и стали более разумными, более цивилизованными, потому что женщина – это мать рода человеческого.
А вот у мусульман женщина все еще животное. Так вот этих вот женщин и девочек, которые действительно ущемляются в правах в Афганистане, вот их бы принимать сюда, в Афганистан, в Германию, им бы давать статус беженца, а не здоровым жлобам, мужикам, которые бежали, потому что там не хотели они работать, но хотели жрать свои наркотики. А денег не было на наркоту, поэтому они прибежали в Германию. А Германия их приняла с распростертыми руками, дала пособие, и они на это пособие половину проедают на наркоту, половину проедают еще куда-то. А другие, кто похитрее, собирают эти денежки и раз в полгода, а то и раз в 3-4 месяца ездят к себе на родину и шикуют там. Ой, елки-палки. В общем, проблема в том, что вот эта вот организация международной амнистии, вот эта вот Amnesty International, ставит палки в колеса правительству Германии, цель которого не допустить нелегального проникновения многих мигрантов, не имеющих права получить статус беженца в Европе. Вот эта вот организация просто-напросто не хочет понимать, что люди, приехавшие сюда несколько лет назад и едущие до сих пор, не работали там у себя на родине, и работать здесь не хотят тоже. Им просто нужны деньги, а денег в казне нет. Деньги нужно зарабатывать. Так почему бы вот этих вот людей, по словам вот этой организации, 582 человека всего лишь, почему бы не заставить хотя бы 580 из них работать, а те два пускай сидят на налоги своих соотечественников, получают пособие. Но однако же правительство говорит, что да нет, нет, вы что, 22 тысячи было за несколько лет принято. А федеральная статистика говорит, да вы все лохи, блин, вы шо, блин. 34 с лишним тысячи, блин, приехало только с одного Афганистана. Только с одного Афганистана. И из этих 34 с лишним тысяч вряд ли работает хотя бы 5. Остальные просто так сидят. Мне нужно было в городе ехать там в одно место, и я как раз проезжал мимо этого анкер-центра, в котором живут сирийцы, афганцы, вот эти сомалийцы. Снуют туда-сюда здоровые молодые парни, действительно лбы, от 20 до 30 лет, здоровые, сильные, не хромоногие, ничего, все нормально. И тут только среди всей толпы прошла одна женщина полностью в коричневом хиджабе, полностью в этой паранже, закрытая. Одна женщина среди всей толпы вот этих вот афганцев, сирийцев. Вот так вот делайте выводы, господа. Выскажите свое мнение, но, пожалуйста, в корректной форме, потому что наши модераторы не успевают уничтожать или комментарии, или просто-напросто тех людей, которые не умеют себя вести, удалять их с канала совсем. Старайтесь хоть чуть-чуть сбросить темп работы наших модераторов. Ну и желающие стать спонсорами нашего канала. В описании к каждому каналу идет, к каждому видео идет ссылочка на ресурсы, где можно проспонсировать наш канал, чтобы у нас были возможности снимать более лучшие видео, более лучшие условия для съемки видео, ну и, конечно, на работу наших модераторов. Ну и не забудьте подписаться на этот канал. Всем удачи, пока!